شلطانت أترت إيراق خطة ينشتوا يون خطات خيي وبخيروتا وبدلي درقلت عمديا أطرايديا ين آني ويد شقريلة شوك ديه جودة خاتا أطرا ينشتوا يولتا قدن كل ملتت ينبخايرا جب أطرت إيراق إنم ناشديا قمل بواجبياته وعقوياته قبل زد قضية ناشاية يعني خطيري هو правительство إيراقا попросить свои законные требования, которые могли заключаться в предоставлении нашему народу ассирийскому проживать компактно вместе в на своей исторической родине, при этом, чтобы были гарантированы права граждан как на свободу вероисповедания своих как христиан, на свободу учить языку своему, открыть школы, где могли вот наши ассирийцы, наши изучать свой язык. Но на это всего было отреагировано очень жестоко правительством Ирака. Были сформированы экспедиционные войска, которые были направлены в север части Ирака, где были расположены, жили наши ассирийцы компактно, наши деревни, наши города. И это все началось с 5 августа 1933 года. И это все на протяжении около месяца, где вот будем говорить, не буду относительно названия тех или других народов, которые поднялись против нас, ассирийцев. Это все было под властью Ирака, его правительственные войска регулярные были направлены на наши ассирийские деревни и города, где они жили. И началось массовое убийство, резня наших ассирийцев. И, можно сказать, апогеем, кульминация этого всего стала резня наших братьев и сестер в селе недалеко от города Нумадра, современный город Лук, село Семей, которое называется. И вот там, по подсчетам, потому что после этого всего геноцида случился, пришли вот эти французские, английские войска, вот эти международные организации, насчитали более 6000 тел убитых в этом селе и пригороде вот этого села наших ассирийцев, детей, женщин, матерей, стариков. Естественно, оттуда уже некоторая часть наших ассирийцев пересекла или переплыла реку Тигр и обосновалась под французским, осталась под французским протекторатом, основалась на сирийской территории. И там обосновали те села, которые сейчас у нас есть на территории Сирии. И наши политические организации, наши общественные организации, наша церковь вместе решили, что этот день, 7 августа, именовать трагическим днем в истории нашего народа. Но если взять сначала, можно сказать, что убийство, массовое убийство Халхама, Ферма, на разных языках оно по-разному звучит. Как бы оно ни звучало, оно проходило изначально с принятием христианства нашим народом. Массовое гонение, истребление, оставление своих исторических земель, территорий преследовало на протяжении всего вот этих 2000 лет наш народ.
И, к сожалению, что вот это все гонение, убийство, вот это все истребление, массовое истребление народа нашего есть и в нынешние, в наши с вами дни. Мы это видим, мы это слышим, но, к сожалению, те попытки со стороны духовенства, те попытки со стороны разных политических организаций, естественно, нашего народа, не увенчаются или не увенчались успехом, чтобы как-нибудь поспособствовать разрешению вот этого конфликта, который приводит к массовому исходу нашего народа с исконных земель. И, к сожалению, что это все приводит, что наш народ уходит из своих земель, из своего, со своей страны, оставляет эту страну, приходит в новые места, в новые государства, видит другую, отличную от своего культуру, менталитет, традиции. И, к сожалению, это все является еще более, можно сказать, живым геноцидом одного народа, когда один народ ассимилируется, начинает ассимиляция, то есть вхождение в другие народы, соглашение с другими народами и принятие от других вот этого всего новшества и оставляет свою идентичность, свои традиции, свой язык, свою культуру, свои предания тысячелетние. Но это факт, к сожалению, нам приходится это все констатировать. Но одно мы должны знать, что как бы к нам время не относилось плохо, спасение каждого народа, я так думаю, может я ошибаюсь, в его руках. То есть вот это Товтавута, Шохтат Атрат Джана, Ухаштар Халат Рахейта должно укрепить нас между собой. Более тесные мы должны быть между собой. Связи наши еще должны быть крепче и узы не ла Джалпана Джаджави ла Ахния. Джарбахам бекюльха мсайта, бекюльха возможностям кистанкатам яшла юлька мин аллаха воспользоваться водах. Хаедахам джамахам алгуйдалы, кепшахам алгуйдалы, яле бната диян, джамка хамата диян, ядыни хакадохина, шакли яби джори маджурини, у адха ама диян, млета диян, тайпа диян, джарбах мнда бшара, мнда ассимиляция, маклеха. Хальбет, я одно хочу сказать, что это не дает повода нам, что вот мы такие ущемленные, мы такие притесненные, стесненные, мы всегда обиженные. Нет, это проблема, можно сказать, и всего Ближнего Востока. Такие же проблемы и других народов, которые относятся к другим конфессиям. Но мы болеем, мы страдаем, мы хотим, чтобы наш народ оставили в покое, чтобы он сам мог жить в мире, в согласии с другими народами, которые живут компактно вместе или проживали до этих дней вместе в Ираке или в Сирии. Многие из вас по интернету, по скайпам связываются, говорят, имеют друзей в
выходцев из Сирии, из Ирака, из Ирана, общаются с ними, говорят, узнают от них много то, что происходит сегодня. К сожалению, это есть, это имеет место геноцид, истребление. Принятие мученичества за Иисуса Христа нашим народом до сегодняшнего дня. Но наш народ крепкий, имеет веру непоколебимую, веру в спасение наших тел, наших душ, веру в исполнение всего того, то, что сказано было Иисусом Христом в Евангелии. Но при этом мы должны верить в самих себя, иметь, как я уже сказал, при возможности близко сношаться друг с другом. И так время нас разлучает. Современный мир, современный образ жизни приводит все к этому. Но мы должны стараться воспользоваться тем, той ситуацией, которая сейчас у нас есть. Живя здесь, в Краснодаре, в Крымске, в Урмии, в Ростове, в наших вот этих больших городах и селениях, и станицах, где проживают наши ассирийцы, 10 домами, 20, 30 и более, быть компактно вместе. Сообща трудиться, сообща делиться друг с другом, объединяться, будто вокруг церкви нашей здесь, общины нашей, будут другие общественные организации наши, национальные, молодежные. Всегда нужно быть вместе, держаться вместе, работать, трудиться, естественно, во славу нашего народа, чтобы мы смогли сохранить свой язык, это первое, чтобы мы смогли сохранить свою литургию, свою веру. К сожалению, я вам одно скажу, что сегодня должен прийти здесь в церковь один из священников РПЦ, который со мной связался, и он мне сказал, что я хочу изучать ваш язык. Если есть возможность, чем мне помочь, если есть такая возможность, пожалуйста, помогите. Многие другие народности желают изучать наш язык. Они сами заканчивают и становятся учителями, преподают этот старый, классический, как принято сказать в научном мире, классический сирийский язык. Он же есть наш сирийский язык. А наши с вами дети, мы с вами, палец о палец не ударяем, чтобы как-нибудь способствовать вот развитию, сохранению нашего языка среди наших детей, внуков, среди наших нас самих, к сожалению. Но надо приложить очень много усилий. А для этого, думаю, что нужна только воля каждого из ассирийца, каждой из наших матерей, сестер, дочерей, отцов, чтобы они попросили здесь при церкви, имеется воскресная наша школа, попросили, принесли в церковь своих детей, чтобы они научились говорить, разговаривать, считать, объясняться по самому минимуму на своем языке. Ведь как будет хорошо, когда бабушка, дедушка увидит, услышит из уст своих детей, внуков или правнуков несколько слов на своем языке. И более того, если их дети могут прочесть «Отче наш» на своем языке. Как будет это приятно, хорошо вот, всем нам. Еще я вам хочу сказать насчет этой трагедии, этого дня, который вот сегодня отмечается среди нашего народа и более отмечается.
отличается, естественно, во всех наших приходах церковных по всему миру. Я был свидетелем одного разговора, когда, будучи наш патриарх, в то время митрополит Марк Геворгис, при встрече с некоторыми представителями духовенства РПЦ, сидя за столом, он рассказал ту трагическую ситуацию, в которой оказался наш народ, весь Ирак в том числе. И вот митрополит, который сидел напротив, сказал дословно, я перевел ему: «А как вы можете проживать в этом огне?» Я перевел, сказал Кесси, Бахурада. Мардахи Ахтухан Хусейтун Хаитун Джуда Амура Яхдана. Он ответил по простоте своей, сказал: «А нас там одно держит. Все те мощи наших мучеников, которые находятся в этой земле, они издают тот благовоний, аромат, и мы питаемся вот этим, и вот это нас сдерживает жить там». Я это перевел, и, естественно, вот этот митрополит проследился, как я сейчас проследился. Ну, это все трагично, это все больно для нас, но мы должны знать, что наш народ имеет, внес свою лепту в, как и все народы, как все цивилизации, становление и в копицу наследия культурного, духовного, исторического всей земли. И за это мы гордимся, за это мы несем большую ответственность, чтобы не говорили другие, я буду говорить ученые в кавычках, что вот этот язык считается вымершим языком, что единственным языком, на котором говорил, проповедовал Иисус, проповедовали его апостолы, хранится в одном только селе. И вот только жители вот этого села или паломники, которые приходят в эту церковь, говорят и молятся на языке Иисуса Христа. Я прошу всех вас, кто меня слышит, мы все ответственны за сохранение нашего языка, нашей культуры, нашей веры, и за надеемся и верим, что наш народ, несмотря на все это, возрождается, ибо все испытания, которые даны человеку, которые человек проходит через них, это только его закаляет, укрепляет, и становится он только-только сильным. Поэтому я надеюсь, что и наш народ, видя все эти гонения, все эти трудные времена, только-только может это дано будет ему для того, чтобы укрепляться. И все между собой, которые есть недопонимания, разные споры, это все уйдет в прошлое, и нас будет ждать только хорошее будущее. Желательно, чтобы наши ассирийцы, наш народ оставался и жил на своей исторической родине. Я говорил им, что, ребята, мы, живя в России, я, естественно, ответственен за Россию, живя в Армении, живя в Грузии, мы можем подгрузить не только один наш флаг национальный, но и несколько флагов. И будем
У нас есть автономии, церковные общины, разные организации есть. Слава Богу, государство, конституция, в котором мы проживаем, Россия, это позволяет любому народу. И мы воспользовались вот этим. И доказательство это вот эта церковь, которая здесь есть в городе Краснодаре. Но проблема в том государстве, от которого мы вышли. Я попросил, говорю, ребята, если вы здесь объединитесь, будете жить дружно, будете жить хорошо, и требования ваши будут едины, а не каждый будет требовать свое, вот тогда мы имеем возможность и надежду, что мы сохранимся на своей исторической родине. Мы оторваны, но судьба так сложилась. Мы отошли, а вы тут остаетесь. Несмотря на это все, вы видите, женится, устраивают свадьбы, венчаются, крещения, разные мероприятия проводят наши ассирийцы на исторической родине. Вот то, что происходит с ассирийцами нашими в Сирии, то же самое, они, несмотря на это все, остаются, живут и надеются, что они возвратятся на свои земли, в свои селения. На этом я хотел закончить то, что касается сегодняшнего воскресного дня.